И всем огромнейший привет, вы как всегда на канале Семен на чемоданах, с вами я, Славян. Мы сегодня в полном составе и приехали погулять на Тонкий мыс. Для тех, кто не в курсе и впервые попал в наш канал, немножечко расскажу. Мы совсем недавно переехали в Геленджик, здесь уже живем. Артем, машина едет, отойди, пожалуйста. Переехали в Геленджик, живем здесь чуть больше, чем полтора месяца. Естественно, все это дело мы исследуем, потому что именно эта часть нашего теплого юга нам осталось не изучено. Поэтому я вас приглашаю в новый видеоролик. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Здесь на проезжей части есть типа такая парковочка и проход к морю. Правда, я не знаю, как мы будем с коляской ехать. Ух ты! И вот он Тонкий мыс. На самом деле по кругу мы ехали минут 30. Мы живем на Толстом мысе, собственно, он. Вот он, где маяк. И получается, вот, если будет видно вот эти крыши красные, вот именно там мы и живем. Там такие сильные волны. Посмотрим, какие здесь. Такая лужайка. Все очень тихо, спокойно. Вон идут все мои. Куда-то туда. К скалам. Вообще надо было, наверное, коляску нам оставить в машине, коль Настенька не хочет ложить в коляску Мирончика. Пока ехали, Мирончик уснул. Слушайте, мне, конечно, очень нравится, как на Тонком мысе открываются виды на эти изумительные горы. По-прежнему надпись «Геленджик» на горе. Так, посмотрим на обрывы. Зеленая травка, прекрасная красота. Вообще, я как слышал, что здесь местные купаются. Но на самом деле есть пляжи, понятное дело, это дикие типа места. Вон, видите, вот так вот можно где угодно. Ну, единственное, в водоросле. А так рельеф прикольный, да? Не будешь ложить? Положи его, что ты, прокатить же его здесь можно. Настенька правильно сказала, что здесь настолько тихо, что приехал как будто бы к бабушке на деревню. Но на самом деле так, вот мы здесь одни, получается, на этой береговой линии, и вон там женщины сидят. Там дальше какой-то пляж, я не знаю. Вот это вроде как тоже пляж. Я сейчас хочу спуститься немножечко сюда. Настен, я спущусь. Спуск вам тоже покажу. Прикольно, на самом деле, он такой каменистый. Шик-шик-шик-шик. «Я и моя тень» называется. Опа. Ну вот. Чистенько, аккуратненько. Ну, по крайней мере, если здесь будет какой-то камнепад, точно не прибьет. В принципе, это вот, если на мой рост смотреть. Вот. Ну, невысокие. Так. А море по-прежнему, друзья, холодное. Конечно, очень хочется искупнуться. Возможно, у нас это получится сегодня. Вообще, когда ты находишься вот там на Толстом мысе, смотришь всегда на Тонкий мыс и думаешь, ничего здесь, какие волны. А по факту сейчас здесь стоишь, смотришь туда на Толстый мыс и понимаешь, какие же там сильные волны. Удивительное явление. Вот у нас типа морская лужа. Да. Вода холодная. Теперь нам надо как-то попробовать сюда забраться наверх. Так, как бы это сделать? Вот так вот попробую. Главное не подскользнуться. Опа! Мы чуть дальше прошли по тропинке по такой, а дальше начинается набережная. И, между прочим, на набережной есть даже лавочки. Конечно, состояние так себе, но в целом вот есть место, где погулять. Здесь какие-то, что это, виллы, не виллы, я не знаю. Вот, но вообще прикольно, на самом деле здорово. Мне кажется, летом здесь прям своя атмосфера. Просто такие небольшие обрывы. Взял, расположился. Красота. Я вот единственное, что не пойму. Вот эта вот часть набережной является продолжением основной набережной, которая идет вдоль всего Геленджика, или уже нет? Потому что я по карте смотрел, что где-то вон там, вон, ну, примерно вот тут, она прерывается. То есть ее как бы на карте самой набережной нет. А здесь как бы вот есть.
Так, давайте вот здесь я подойду, тоже посмотрю, какие здесь. Ну, вообще просто скалы. Видите, то есть... Вот они, и также то же самое в море. Единственное, что в море водоросли еще и заходить, скорее всего, очень сильно скользко. Кто будет заходить в море, аккуратней. Так вот, за что я люблю Геленджик, так за то, что пляжи здесь разные. Каких только нету. Крупная галька, мелкая галька, песок, ракушечный пляж. Вот, например, мы идем, да, смотрите. Скальный, скальный, скальный берег, потом хлоп, вдруг откуда ни возьмись, просто песок. И вот он продолжается. Вот. Гляньте, какая красота. Да, спускаться, конечно, не очень прям вау, как удобно, но в целом что, вот мы встали, и вот ногами пошли. Мари, не упади. Еще есть палка, Тёма. А причем песок, слушайте, интересно, он какой-то... Он розоватый. Но это ракушка. Именно из такой песок ракушечки. Розовый. Да. Папа, прикольно. За что? Почему? Потому что тут, когда дождь идет, постоянно море не штормит. Ну, это бухта, потому что, сынок. Да, и вот хлоп, дальше пошли снова скалы. Водорослей здесь, конечно, намыло. Я не знаю, убирают здесь, не убирают, но вот такая вот история здесь. Ну, вы знаете, я, конечно, под впечатлением. Посмотрите, какой здесь классный пляж. Ну, его просто на самом деле надо убрать, да, вот эти все доски, палки, которые водоросли намыло из-за шторма. Смотрите, как здесь здорово. И заход в море. Я сейчас подойду к морю, покажу. То есть вот отсюда начинается песочек. Беленький, прям беленький. Смотрите, какая красота. Белый песок. И вот такой же заход и в море. С небольшой галькой. Ну класс, а? Ну класс же. Какой же Геленджик все-таки разнообразный город. Вот есть пирс, он такой сделан буквой Г в виде, ну, как знаете, такой мини-порт. А вот начинается, собственно, и набережная. Я вот задавал чуть ранее вопрос, теперь мне все понятно. Просто она, видимо, там где-то прерывается, либо идет как-то в ответвление. Вот, ну, собственно, вот он, беленький забор. Мы подошли к этому волнорезу. Ну, я говорил, типа, пирсик, да, какой-то? Это волнорез. С волнореза нырять запрещается. Написано краской. Я не знаю, глубоко здесь, не глубоко. Здесь на самом деле мелко. Вот присмотритесь, видно дно. Вот здесь прям такой тоже широкий пляж. Но там вначале висела табличка, что купание здесь запрещено. Техническая зона. Ну, возможно. Но в целом это кусок набережной. И, по сути, вот можно прям пройти. Вообще, фотки смотрел. Здесь... Стоят катера, корабли, а еще натянута огромная рыболовная сеть. Вот она. Буйки идут. Так, а там что? Проход запрещен, написано. Ведутся строительные работы, купание запрещено. Смотрите, какая красивая природа здесь. Просто великолепно. Да, слушайте, посещение тонкого мыса просто обязательно. Вообще, когда ты стоишь на толстом мысе, этой красоты не видно. Единственное, что видно, когда ты на набережную выходишь, ну и то не видно вот этой вот всей прекрасной панорамы. Какая красота. Здесь такой классный частный сектор. Ну, в том плане, что прикинь, ты к дорогу переходишь, и у тебя уже море. И здесь такой порт. Катера всякие разные. Да, слушайте, атмосферно очень. О, какой здоровенный. Европа называется. На спущенных колесах, видимо, уже не ездит. Но здесь и есть катера прям, ну, посмотрите, какие клевые. Вот, например, вот этот желтый стоит. С музычкой. А, на нем, видимо, катают эти вейкбордисты. Или как их правильно называется.
Во, со стразиками, посмотрите, какая красота. Слушайте, здорово. А тут дальше начинаются уже эллинги. Не знаю, сейчас попробуем куда-нибудь пройти к морю, на пляже. Так, мы зашли здесь в такой переулочек интересненький. И такие, видите, надстройки, пристройки над гаражами. Очень напоминает Сочи. Мы будем двигаться дальше. О, господи, я подумал, что за труп стоит. Смотрите, какой чувак. Вообще просто жесть. Блин. Я реально что-то аж это труханул. Да, здесь, видимо, что-то есть. Дальше есть какая-то там хижина рыбака. Но вон там ветер, кстати, уже сильный. И я даже вижу волны. Сейчас дойдем туда и будем вместе с вами смотреть. Ну, что могу сказать? Ну, вообще, на самом деле, здесь прикольненько. Есть парковка, я, правда, не знаю, как сюда со въездом, платная, не платная. Вот, видимо, ресторанчик называется «Хижина рыбака». Вот они, эллинги, видимо, тоже здесь, естественно, сдаются. Вообще, конечно, посмотрите, как круто у людей. Подержи, Настенька. Вот эти вот верхние этажи. Видно, что там хороший ремонт, даже по пакету. И какой у них прекрасный вид. Смотрите. Какая красота! И вот здесь как раз бьют сильные волны. У-у-у, вон, смотрите. Ай, красота! А здесь, кстати, гляньте, образуется даже такой бассейн. Ой, какие идут! Вот это да! Такие долго-долго, медленно-медленно. Волны, кстати, прям до сюда бьют. У-у-у. Купание здесь запрещено. И, видимо, люди вот так вот свезли сюда камни для того, чтобы все не поразбивало. На самом деле, да, ветер дует. Здесь серьезно. Вау. Вау, вот сейчас вот это, наверное, будет сильное. Ничего себе. О. Обалдеть. Хочу немножко вот так вот. Ни хрена себе, меня просто почти окатило водой. Слушайте, такая маленькая была. Но серьезная. Обалдеть. Слушайте, непередаваемое ощущение, так классно. Тём, не надо сюда подходить, здесь очень сильно. Слышишь, меня бьют волны. Так, а со мной не надо. Сейчас дождемся одной большой волны и пойдем дальше. Не подходи, говорю, здесь волны сильные бьют. Я говорю, там стой. Обалдеть. Еще одну хочу. Я тоже. Не подходи. Не подходи, не подходи, говорю за меня. Да, даже до нас не достало.
Бывает там как разбивают, сейчас туда сходим. Вау, да, вот это сейчас будет. Бах. Трындец, да, очень круто. На самом деле, пацаны тоже поймали особый кайф этих волн. Нравится? Близко, правда, Тёмка, подходить нельзя. Может сбить с ног. Да, это вообще это то, что можно смотреть вечно. Идет, смотри какая. Ты даже не шевельнулся. Ну вот, Тёма вообще бесстрашный. Как говорит Родион, мы дети моря, да? О! Охренеть! Вообще! На самом деле, какие-то волны, они бьют аж вот до сюда, представляете? Даже мокрый забор. Конечно, не очень хочется, чтобы волна накрыла, хочется еще погулять. Но пацаны прям просто не дают мне даже туда идти дальше. Говорят, давай, папа, посмотрим. На самом деле, нереальнейшая залипашка. Кайф, да, Тём? Родион, нравится? Смотри, во, идет, смотри. Бах! Ну да. Да, ой, вообще кайф. Слушай, вообще просто, ну, правда круто. Вот если бы еще погода была бы теплее, лето, например, был бы шторм, здесь на самом деле можно было бы вот так вот прям встать и стоять и наслаждаться, как тебя закидывают эти брызги от этих волн. Да. Ау-ау-ау. Мы чуть-чуть подальше проехали. Переодеть нужно Мирончика потеплее, потому что ветер на самом деле такой приличный. Сейчас еще здесь посмотрим, что здесь за пляжи, понаслаждаемся с вами волнами. Я хочу вам немножко показать здесь виды и обстановку. Здесь, походу, свозят бетон какой-то строительный. А вообще, конечно, немножко даже грустно, потому что тут вот частный сектор. А вот здесь вот, видимо, начали строить эллинги. И в итоге их забросили и не строят. И едем, и Настя правильно говорит, что люди жили себе с видом на море. Потом вот так вот бац, кто-то пришел, вот так вот начал строить, закрыл, получается, весь вид на море, и вот в таком все состоянии. Я не знаю, возможно, достроится, но, как правило, как показывает практика, никто ничего не достраивает. Как я понимаю, здесь, видимо, летом как-то облагораживают территорию, потому что стоят вот эти, как они, подцветочные горшки, беленький выкрашенный заборчик такого приятного голубенького цвета с решеточкой беленькой. И здесь вот такой вот пляж. Я, конечно, не знаю, купаются здесь или не купаются, но мне кажется, однозначно купаются. Если двигаться туда чуть дальше, там у нас будет голубая бухта. Я не знаю, сейчас подумаем, возможно, мы дойдем все дружно туда. Надо будет Мирончика только взять мне, вот, и отправимся. Виды-то какие потрясающие. Но здесь, кстати, вода грязнее. А вот здесь строят, видимо, какую-то базу отдыха. Ну, слушай, так-то прикольно вот так вообще отдыхать. Вот ты вышел, и у тебя сразу море. Но это все недострой. Все недострой. Купание запрещено. Пляж, улетный берег. Вот так вот.
Ну и какие сюда волны накатываются. Это, кстати, уже вообще открытое море. То есть если Геленджик, вот он весь в бухте, то здесь открытое морюшко. Ой, красота. Да, вот она. Вон она, лестница. Туда можно спуститься. Это пляж, да, здесь люди купаются. И вот тоже вроде галька, вроде такая крупная. А вот тут бац, песок. Вообще прикольно. Вот интересно, природа распорядилась. Весь толстый мыс усыпан соснами. Там такие классные эти рощи сосновые. А здесь на тонком мысе их вообще нет. Здесь вот я вам покажу. В основном вот такие вот какие-то голые деревья. Не знаю, что это за дерево. Но вон, чуть дальше, если смотреть, там тоже целая роща именно таких деревьев. Мы вообще думаем туда как раз сходить. Пляжу, где лестница, возможно, дойдем, возможно, нет. Дело к вечеру уже, на самом деле, даже чуть подустали. Вот, ну посмотрим. А вот я говорил вам про песочек. Посмотрите, просто белый песок. Красотища. Голодный пес за нами увязался. Ну вот про что я говорил, посмотрите, вон целый лес этих деревьев, а там еще какие-то бити беленькие. Какие-то прям такие, как будто цветочки растут, тоже целые поля. И вот сколько идем, очень много вот таких вот следов с углем. Видимо, здесь люди много жарят шашлык, их просто на самом деле очень огромное количество. Вот, например, вот здесь вот тоже. Видите, прямо на берегу, вот так вот море, можно пожарить шашлык, проводить закат. Виды, конечно, вообще великолепные, потрясающие. А как-то, видимо, сюда еще можно подъехать на машине, так сказать, поближе. Вон люди тоже располагаются уже потихонечку, жарить шашлычок. Ну а там вон просвечиваются, машины стоят. Вот она, смотрите, такая роща. Вот этих деревьев, я не знаю, что это за деревья. Когда они распустятся, конечно, будет великолепно. Прямо возле моря они растут. И здесь, вот видите, опять уголь. И много-много таких участков. Вот. Но нас больше интересует, конечно, эта роща. Очень красиво. Кто в курсе, как называются деревья, напишите, пожалуйста, в комментариях. Идем и ржем с Родиона. Вот он эту доску тащит аж вон с того вот пляжа, где вот эти камни наваленные. Ну, где мы, собственно, припарковались. Говорит, это моя серф-доска. А, типа они теперь поменялись. Вот, теперь Артем понесет. Решили идти по берегу до той лестницы. Мы почти все прошли. Вот я там показывал эти камни. И здесь хочу показать. Вот видите, как торчит. Такое ощущение, что это какой-то забор из таких камней. Кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях к этому видео. Очень много здесь, конечно, вот этих вот камней с углем. Ну и, собственно, мы пришли к этому пляжу, который выбирает огромное, на самом деле, количество людей, потому что здесь открытое море, здесь нет никакой канализации. Здесь, судя по фотографиям, как я видел, здесь также его оборудуют лежачками. Здесь есть вот такой вот навес теневой, есть переодевалки и, видимо, даже какая-то дома отдыха. Граница пляжа БО «Взлет». Вот как. БО, что такое БО? База отдыха, вот, наверное, база отдыха «Взлет» это. От них даже идет такая дорожечка. Ну, в таком все, конечно, состоянии интересном. Да, но, по крайней мере, есть, да, где можно купаться. Можно походить, найти себе даже ботинки. Даже кто-то потерял, смотрите, совершенно новый кроссовок, между прочим. Ну, реально новый.
Надо найти пару. Шутка, конечно. Мусора много из-за штормов набило. Да. Ну и вот он пляж, вот она лестница. Вот так вот вы спускаетесь. Здесь ставят лежачки. Надеюсь, здесь база отдыха это все приберет. Здесь будет чистенько. Тём, не лезь, пожалуйста, в мусор. Вообще идеально, конечно, брать с собой мешочек, перчаточки и все это дело убирать. А какой вид, а? Вот отсюда открываются все эти скалы. Вообще красота. А за вот этим поворотом, если чуть дальше идти, там уже будет как раз Голубая бухта. Я, конечно, очень люблю Турцию, но пока мы там жили, я постоянно обращал внимание на то, что турки, они очень много мусорят. И даже несмотря на то, что у них стоят куча мусорок с раздельным мусором, типа они привыкают, они вот так вот ходят, все швыряют. И гуляя по пляжам у нас здесь, на нашем берегу, после штормов можно увидеть, по сути, 90% турецкого мусора. Я сейчас вам покажу. Вот смотрите. Сразу первое. Шампунь. Видите? Название турецкое. Идем дальше. Какая-то банка. Вот. Турецкая. Дальше идем. Вот. Видимо, сыр какой-то. Турецкий. Вот от него крышка. Турецкая. Шоколадную пасту, которую мы тоже показывали. Такая вкусная. Вот она, пожалуйста. Фирма ихнего шоколадно Улкер. Идем дальше. Вот эти вот маленькие бутылочки. Вот. Это тоже все турецкое. И их здесь, этих бутылочек, огромное количество. Вообще что-то прям невероятное. Вот это вот все, вот банка, пожалуйста. Банка из Турции. Да, конечно, есть и типа наши вон простоквашины или что это. Но в целом, вот еще банка. Все из Турции, представляете? Вот так вот загаживается наш берег. Я, конечно, не понимаю, почему все приносится сюда. Очень интересно в Турции побывать на Черном море, получается, вон там вот. Посмотреть, бывает ли там такое, и есть ли там русский мусор. Вот, пожалуйста, еще турецкое. Что здесь видим дальше? Так, это все без этикеток, без этикеток. Ну, короче... Ай? Где? Вот, ценник прям как много. Так, дальше немножко хочу пройтись и показать. Что здесь еще? Ну вот еще какие-то банки, склянки. Вон. Улкер, опять крышка. Снова Улкер. Моторное масло. Ну таких я не знаю, чтобы у нас было. Жесть вообще. Просто жесть. Как же сильно засирается берег. И вот просто вот так вдоль можно идти долго и изучать турецких производителей. Блин, трындец вообще. Вот на такой вот грустной ноте, но с таким прекрасным видом я буду завершать наше такое небольшое путешествие на Тонкий мыс. Чуть позже съездим уже на ту часть, где Голубая бухта. Сегодня уже будем закругляться, отправляемся домой, готовить ужин. Да. Вот, и будем ложиться уже спать, и я отправлюсь монтировать этот выпуск, который вы уже посмотрели до конца. Надо в машину вообще забросить. Надо вообще купить пакеты, да, мусорные большие. Ну а кто меня смотрит из Турции, вам огромный привет. На это все, пока.